который контакты. Она очень предметная. Там один человек только, как говорится, сам по себе, своим присутствием, как говорится, создает целую эпоху. Это Симеон. Тот Симеон, который встретил Деву Марию, когда на 40-й день она пришла на обряд очищения в храм, и он встретил ее и сказал, что вот наконец-то я, как говорится, свободен и могу теперь умереть. Так, как говорится, вот в 82-й кантате она посвящена только ему. Что это за замечательный человек? Дело в том, что в это время ему было 360 лет. Невероятно, да? Вот я исключительно верю. Почему? Потому что когда есть у человека идея, а идея потрясающая, в чем тут дело? Дело в том, что нам надо опуститься в Египет во времена Птолемеев, и в частности во времена Птолемея Лагии, Птолемея Филадельфа. В Александрии была библиотека, как вам известно, вот, и ее Дмитрий Фалерский библиотекарь по заданию царя собирал рукописи. И одновременно, значит, он подсказал вот Птолемею Филадельфу, что, а он был его, кстати, воспитателем, добавок, что вот здесь у евреев в Иерусалиме есть свой закон, а у нас в библиотеках мы собираем законы, как бы там вот этого закона у нас нет. В чем дело, как говорится? Надо это попросить, как говорится, первосвященника, чтобы он прислал переводчиков и, как говорится, сделать перевод на греческий и положить, как говорится, для пользования в библиотеке. Дело в том, что до этого, немножко забежим пораньше, вот, дело в том, что Птолемей Лаги, когда захватил Иерусалим в свое время хитростью, в субботу, короче говоря, когда евреи не могли, кажется, сражаться, вот, и вывел оттуда из Иерусалима и Иудеи, вывел 100 тысяч евреев. Причем вывел самых здоровых, самых сильных, ну, самых жизнеспособных. Почему? Дело в том, что в Александрии была нехватка населения. Это с одной стороны. Вот. А с другой стороны, часть он продал в рабство, чем, как говорится, получил деньги в казну. И вот, значит, когда это началось это обсуждение вот этого эпизода по поводу перевода, то Дмитрий Фалерский, он говорит, что вот ситуация немножко, как говорится, вот такая непростая. Нельзя ли вот часть евреев выкупить и освободить их от рабства? Он говорит, ну так что, ну давайте вот 10 тысяч выкупим, говорит, потому что у нас других денег нет. Дело в том, что это было не просто там вот взял бы, распорядился. Они были в частной собственности. Поэтому надо, кажется, было вот за 20 драхм вот за каждого, как говорится, из 10 тысяч они были выкуплены и отправлены в Иудею. И первосвященник Елеазар согласился и прислал Тору в золотом переплете, естественно, на пергаменте, и прислал 72 переводчика, то есть по 6 человек от каждого колена. Если 12 колен умножьте, получается 72. Это получило знаменательное название, вы, возможно, слышали об этом, Септуагинта. Септуагинта, которая вот получила вот отсюда вот такую известность. Самое это важное даже не в этом, а в том, что потом мир весь, благодаря Септуагинте, я потом немножко сейчас еще расскажу о других переводчиках, которые, как говорится, вот это дело улучшали, модернизировали. Вот. А дело в том, что, возьмите, как только христианство победило при Константине, да, стало государственной религией, вот, то и художники, и музыканты, и поэты стали, кажется, пользоваться вот сюжетами-то какими? Сюжетами Торы. Понимаете? То есть мир сам по себе воспользовался этими текстами во благо, как говорится, всего человечества. И мы имеем, не будем перечислять, это гигантское количество потрясающих имен, и тот же Бах, понимаете, сегодня, хотя это лютеранская, как говорится, вариация, я немножко потом сейчас скажу, почему это так все происходит. Ну вот, они прибыли, дело в том, что это было тоже не просто сделать. Дело в том, что ведь колен-то, как таковых, было всего два к этому времени. То есть Вениаминово колено и Иудино колено были они в Иерусалиме. Дело в том, что в 722 году до нашей эры Саргон II, Шарумхен II,
он захватил царство Израиль, тогда царство Израиль было в Самарии, и там было 10 колен. И эти 10 колен он выслал часть в район Персии, а часть в район Мидии. Поэтому само по себе, как такой в наличии, 12 колен не было. Где Елиазар набрал, как говорится, вот эту, как говорится, замечательный состав переводчиков, знатоков греческого и знатоков древнееврейского, понимаете? В Александрии они были встречены самим царем, им была предоставлена гостиница, по 2 человека в номер, и вот так они, как говорится, переводили, не касаясь, не общаясь друг с другом. Вот такое было условие, что каждый переводит свой отрезок, не общаясь ни с кем. И потом через 70 дней они этот перевод опубликовали, вначале перед, вот, значит, перед Птолемеем Филадельфом и вот Деметрием Фалерским и представителями еврейской диаспоры Александрийской. Вот. И таким образом этот фолиант, как говорится, попал на полки Александрийской библиотеки. Казалось бы, он там, еще там такой был мотив, что не евреи, которые находятся в Александрии, вот они могут иметь возможность уже, как говорится, читать по-гречески Тору, что вызывает немножко, конечно, такое легкое недоумение, хотя к этому времени действительно у евреев уже были утраты древнееврейского языка после того, как они были пленены, вот, и в смысле события с этим Саргоном II, а потом Навуходоносор, понимаете, вот, и, как говорится, вот эти все события, ну, я уж не говорю там до этого еще, как говорится, события, там, египетское пленение и прочее, вот, но в том смысле, что суть-то в чем заключалась? Дело в том, что Александр Македонский создал гигантскую империю. И государственным языком в этой империи был какой? Естественно, греческий язык. Поэтому хочешь, не хочешь, но ты должен был общаться на греческом языке. Этот период эпохи стал называться эллинизмом. Это искусственное название. На самом деле никакого эллинизма, как такого официального, в истории вы до этого времени не найдете. Это дал немецкий историк, писатель Дройзен, Вильгельм Дройзен. Он написал «История эллинизма», и отсюда пошло это название – эллинизм. Дело в том, что и на самом деле греки всегда себя никогда не называли греками, называли всегда эллинами себя. Вот такое красивое, да, имя. Вот. И вот этот эллинизм сам по себе, он, конечно, усугубил ситуацию тех диаспор, тех инородцев, которые вот вынуждены были приобщаться к греческому языку, и вот таким образом, да. Но одним-то из переводчиков из этих 72 и был Симеон. И он переводил книгу Исаии. А в книге Исаии написано о том, что дева родит мальчика. Дева, понимаете, он этому усомнился, что как же дева может родить, как говорится. И когда он усомнился, то он слышит голос Бога, что ты не умрешь до тех пор, пока ты его не встретишь, не встретишь Мессию. И вот таким образом он ждал, тогда ему уже было, как говорится, это событие 285 года до нашей эры. Вот так можно очень легко посчитать, что 360 лет, когда уже, как говорится, вот только появился Христос, 40-й день его, понимаете, и вот он, значит, встречает, и, значит, это самое, приветствует его. И после этого он радуется, что он говорит, иха веганук, с меня довольна. Вот. И говорит там вот последний арий, когда вот в 82-й контакте, он радуется, говорит, и в крови мих обманен тот. Я радуюсь моей смерти. И вот такая, как говорится, замечательная же, потрясающая новелла с этим человеком. Хошь верь, хошь нет. Но о том, что Септуагинта, это, как говорится, явление точное, потому что о нем, о ней есть у Иосифа бен Матафия, известного больше как Иосиф Флавий, и известно у еврейского философа Филона Александрийского, который жил уже в христианскую эру. У него есть упоминание о Септуагинте. Есть еще упоминание о Септуагинте и у Иеронима Стридонского. Это славянин, который был чрезвычайно образован, специально поехал в Палестину, выучил еврейский язык и сделал перевод Септуагинты на латынь.
получилась католическая Библия под названием Вульгата, то есть народная Библия. Потом уже там, как говорится, до самого Лютера, когда Лютер уже стал делать переводы, вот в этом в том году исполнилось 500-летие реформации, да, и вот Лютер сделал перевод, это событие 536 года, вот, он сделал сам перевод, сравнив с древнееврейским, это потрясающий был человек сам по себе, умственные способности просто гигантские. И сделал перевод на немецкий, и немецкий народ стал, получил этим самым развитие через вот эту, как говорится, этот перевод Лютера. И появились потом такие замечательные имена и так далее, и будем, как говорится, затрагивать эту эпоху посвящения. Вот такие эпизоды. Теперь по поводу, я говорил по поводу Иуды Искариота, Ария, которая посвящена. Меня всегда, как говорится,